я стал изумрудным и затроллил друзей Майнкрафт. Сегодня Гречин создал устройство, превращающее все в изумруды. Но что-то пошло не так. Я попал под включенный аппарат и сам стал изумрудным. Мои друзья сошли с ума и решили воспользоваться мной, ведь теперь я невероятно дорого стою. А жители деревни все что угодно купят за такую огромную изумрудную статую. Но я обернул все в свою сторону и решил затроллить друзей. А что именно я делал, смотрите до конца, чтобы узнать. И внимание, сегодня лайк тоже стал изумрудным. Вы не верите? А давайте я вам дам 5 секунд, чтобы вы его поставили. Уверяю, вы офигеете. 5, 4, 3, 2. Вот видите? А про подписку я вообще молчу. Просто нажмите ее и сами увидите. Спасибо огромное и приятного просмотра. Ой-ой-ой, надеюсь, что Гречин дома, пожалуйста. Гречин, я пришел, открой! Гречин! Гречин! Опять в лаборатории своей засел, что ли? Ну ладно, если я дверь открою так незаметно, он даже не услышит, думаю. Хе-хе, может теперь пару зелий у него украсть. Хотя... Эх, ладно, что у него красть-то буду? Ой, он что-то себя дома все перестроил. Где его лаборатория вообще находится? Может быть здесь? Перестроил все, понятненько. Так-так-так. Так, это получается вот сюда. Так, а это так, желтое в красное, красное в синее и получается фиолетовое. Привет, Гречин! Слегка... ядрен батон, фиксай! Ты что пугаешь ты так? Я занят, не видишь, что ли? Чё делаешь? А чё ты вообще хотел? Да ничего я не делаю, ты чем-то важным или как? Да нет, я хотел тебя позвать по шахте прогуляться. Ой, не-не-не-не-не, фиксай, у меня времени вообще нету. Я сейчас готовлюсь к поездке на Всемирное собрание гениев, и мне срочно нужны изумруды. Очень много изумрудов, понимаешь, о чем? Воу, слушай, а изумруды тебе зачем вообще? Так собрание будет проходить в соседней деревне. Я б даже сказал, что в городе, а там жители их магазинов просто пруд-пруди. И вот это вот устройство тебе поможет решить проблему? Конечно, фиксай, не буду углубляться в подробности, но по бокам просто расположены две специальные жидкости, а потом я включаю в устройство, там что-то, короче, подключаю провода туда-сюда, и бац, изумруды готовы. Слушай, звучит неподробно и неправдоподобно, но круто. Давай-ка я лучше тебе все покажу, как тут работает, только этого, ничего не трогай пока что. Главное, фиксай. Вообще ничего трогать не буду, давай-давай. Уверен? Да конечно, я просто посмотрю. Какие-то провода, гигантские колбы, это вообще на тыкву гигантскую похоже. Так, а что это сверх такое интересное. Что ж, фиксай, как тебе мое гениальное изобретение? Фиксай, что случилось? Как, почему ты изумрудный? Черт, точно. Ладно, что ж мне теперь делать? Так, есть одна идейка. Фиксай, ты этого, главное не волнуйся. Я верну тебя обычного, но нужно будет немного подождать. Ты не против? Отлично, я так и думал, лежи здесь и не двигайся. Все, ладно, фиксай, сейчас я тебя Шуне оставлю, она-то точно проследит за тобой. Так. Гречин, привет, какими судьбами? Да, я тут этого фиксай к тебе Шунь принес. Да, где он? Так вот он вообще-то. Это фиксай? Я подумал, он тут свою статую изумрудную поставил. Ну, к сожалению, нет. Небольшая неудача, так сказать, на эксперименте произошла. В общем-то, он теперь такой. Звучит грустно. Я тоже так считаю, Шуня. Поэтому не могла бы ты, последить за ним пару дней? Думаю, да, но с тебя потом должок. Еще один бесконечный торт. Гусь? А с прошлым что? Съела. Погоди, так он же бесконечный. Так вышло. Боже. Ладно, сделаю тебе еще один бесконечный торт. Надеюсь, в этот раз он не закончится так быстро. Ладно, мне нужно бежать. Фиксай, весь твой. Делай с ним что захочешь, а я пошел. Спасибо. Мне кажется, или Гречин обманул меня. Наш фиксаюшка-то покрасивее будет. Ой, прости, фиксай, я сразу поняла, что это ты просто проверяла. Будем считать, что ты меня простила. Сейчас, фиксай, тебе нужно тут немного постоять. У меня были какие-то планы до прихода Гречина. Я буквально на пару минут. Не обижайся. Ой, какие же у меня хорошие друзья. Все бросили на произвол судьбы. Что же делать? Всем на меня пофиг. Гречин ушел, Шуня ушла. Может быть, какую-нибудь шутливую ловушку для Шуни приготовить? Ну, чтоб не расслаблялась. Отлично, все готово. Здесь, если что, пола вообще нет. Это сквозной. Если кто-то подойдет к этому торту, то он сразу же упадет вниз. А там лава. А я, короче, ему связал руки. Ага. Поставил динамит. Он топит, няшка. У него был нож, он прорезал все. И, да, короче, я говорю, это вообще было круто, но... О, смотри, статуя фиксая. Меня, правда, потом избили, но это не так важно. Смотри, статуя фиксая. Кому этот фиксай нужен? Ты торт, посмотри, тут торт. Да, торт. Он, наверное, вообще очень вкусный. Вкусный, это же... Вот идиот! Так, стоп. Живая статуя? Ой. А-а-а!
Я все понял. Ты ведь настоящий Фиксай, да? Появилась у меня тут одна идеечка. Как можно использовать такую красивую статую? Пойдем-ка ко мне домой. Давай. Пошли, пошли. Не плачь, не плачь, не плачь. Тише, ну же. Нет, не то, не это, не все. Неужели он собирается меня одеть, только не это? А зачем мне костюм горничной? Ай, ладно, а может нафиг... А хотя нет, стоп, это не то, я другое хотел. Так, может в шкафчике? Где-то здесь. Где же оно, где же оно? Нашел, вот оно. Да, вот сюда. Все, готово. Так, 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 так. Ну что, Фиксайчик, давай будем переодеваться в что-нибудь такое красивенькое. Давай, оп, все вот это надеваем. Вот это мы все надеваем. Так, бантик осталось тебе только завязать. Да ладно тебе, Фиксай. Вот каким красавцем стал. Ой. Ой, стоп, я уже совсем про овечек Дони забыл. Постой пока тут, Фикса, я сейчас вернусь, и мы тебе прическу менять будем. Все, давай, какой овечки его. Какой же засранец, это ж надо было так поиздеваться надо мной, а? Это ж надо было меня в такое одеть, это ж вообще что это такое, а? А сверху у меня что это? Ой, не то сделал. Нужно, мне кажется, ему как-то отомстить. Еще так, может как-нибудь... Это... Что это было? Так, опачки, у меня кое-что есть. А ну-ка, если я смогу, вот так, отлично. Уже вот так. Ага, хорошо, прекрасно. Сейчас добит обрадуется такому сюрпризу. Ой, что-то овцы пропали. Ну ладно, значит покормил. Так. Так. Ой. Чем это пахнет? Все, ждем его, смотрим. Чё, почему он говорит? А, зачем тушить? Да не меня. Я еще его овечек убил. Ай, горю, горю, жопа, горит. Что-то мне не особо нравится. Может, сбагрим его куда? Он стопудов такой загреченный. Это, ну, он тут самый умный, все дела. Может, что-то и натворил? А думаешь? Так, может, пошли ему вернем просто? Да не, он куда-то уехал. Не получится. Гречен? И уехал? Впервые такое вижу, чтобы он так далеко из деревни уходил. Он по делам каким-то? Наверное. Ну, знаешь, у этих гениев одни таракан в голове. Их никогда нормально затроллить не получается. Поэтому они гении получаются. Да. Ну, знаешь, я считаю, что гений тот... Кто ловушку смастерил, и она сработала. А эти вот изобретения, вот это все, никому не нужны, вообще не показатель. Реально, слова мудрого няшки. Чё-то все больше и больше меня бесит. Да не парься, я уже все придумал. Поедем к Гречину. Гречину? Гречину? Да, да, не удивляйся, Добейт. Я знаю, куда он уехал. И знаю, что в той же деревне есть один мой такой хороший знакомый. И этот знакомый изумрудики любит бом-бом. Изумруды бом-бом? Просто изумруды, господи. Что-то мне не нравится это, но я подыграю. Не бом-бом, просто изумруды. Прикинь, если мы ему изумрудного человека притащим, он же вообще офигеет. Давай так и сделаем. Все, да, сегодня же выезжаем. Я пока пойду все подготовлю. Ага, я тоже еще пойду и что-нибудь возьму с собой. Да, короче, все, встречаемся тут через полчасика. Я побежал. Полчасика нам подмыться тебе добей. Окей. Ага, они разошлись. Надо бы им отомстить как-то. Поэтому нужно будет подготовиться к большущему троллингу. Какой он тяжелый. Ну давай, ты там долго с ним будешь возиться-то, господи. Да я стараюсь. Не едет кобыла. Кого он еще кобылой назвал? Кого он еще тяжелым назвал? Себя ведь не видел, что ли? Слушай, может, его просто руками нужно донести? Так, ну вот мы наконец... Да. А, наконец-то мы приехали. Боже, это было так долго. Офигеть, какая же огромная деревня! О, так, что, давай где-нибудь здесь лошадей оставим, давай вот тут. Вот, давай в этой будке прямо оставлю. Подожди. Так, ну ладно, так и оставлю. Надеюсь, он знает. День добрый, молодой человек. День добрый. Подскажите, где мистер Куб живет? Понял. Он же изумрудами, да? Точно? Ну, это же он продает изумруды. Так, ладно, у меня есть время, чтобы сбежать от них куда-нибудь быстрее. Хорошо, и он стринги по ночам носит. Ой, не тот вопрос, погодите. Няшка, что за тут? Что ты делаешь? Быстрее, скорее! Ты вообще не знаю, куда можно спрятаться. О, что это? Я просто... Фига себе, какой-то особняк. Оформил. Быстрее. Кредит. Так. Изумруды. Так. Быстрее. Ну же, вот сюда вот. О, добей. Ты молодец, ты вообще его притащил куда надо.
Да, я же молодец. Кстати, а что это за житель такой? А, мистер Купта. Ага. Да это магнат местный и золотом промышляет. И алмазы. Ну вот, изумрудов у него маловато. Ого, получается, мы хорошо выручим с Фиксая. Не то слово, добить, не то слово. Куда он меня опять схватил? Откройте, кто тут есть? Эй! Добрый день. Няшка, давай ты лучше шаришь. Прошу предоставить нам ход. Товар, товар, важный, посмотрите. Продам прямо сейчас. Давай за 400 золотых блоков. Ладно, ладно, убедил. 300 блоков и блоком меньше. Нет, ты меня, видимо, не понял. 300 блок. Второй. Как же мы так получили? Вот это уже другое дело. С вами приятное иметь дело, мистер Куб. Так, все, давай, добей, добери его и тащи его туда, куда скажет мистер Куб. Ну и круто, а ты что делать будешь? Давайте, идемте. Да что ж такое, няшка-то? Гад такой, как он мог-то вообще? Я в шоке просто. А, ну я им покажу. Главное, что я все-таки подготовился. Отомщу ему еще как. Ничего себе. Ну все, мистер Крюк, Бук, Куб, все, до свидания. Какой-то странный этот житель, если честно, я впервые вообще таких вижу. Ну да ладно, у меня появился просто гениальнейший план. Я с собой взял, смотрите что. Мы сейчас их так затроллим, что мистер Ку подумает, что это все няшка с добейтом и начнет охотиться на них. А я здесь буду вообще ни при чем. Это будет просто гениально. Начнем, пожалуйста, с этой комнаты. Так, сюда, потом сюда, вот так еще. Прекрасно. Главное, чтобы мистер Ку от меня не заметил ни в коем случае. Если он заметит, будет очень и очень плохо. Как тяжело передвигаться, будучи изумрудным. Так, сюда еще. Отлично. А где вообще этот мистер Куб-то? Он что, на втором этаже, что ли? Надо быстрее, надо спешить. Так, еще сюда. Ой-ой-ой-ой, надо быстрее. Так, все, быстрее, убегаем. Вот так, отлично, хорошо, прекрасно, да. Господи, кажись, это не к добру. Что это? Было. Не знаю, где. Да что? Что? Бежим! Да что? Я понял! Господи! Я просто идеально! Все, он просто никогда в жизни больше не отвяжется. Никогда. Великолепно. О, да, эта троллинка не запомнит, я думаю, надолго. Это точно. Что за звуки? Так, Гречин. Фиксай? Так, а что ты тут делаешь? Точняк, совсем забыл. Держи, Фиксай. Хоба! Ого! Что это? Гречин? Ну, мы тут изобрели лекарство против твоей болячки. Надеюсь, ты доволен результатом. О, еще как это? Спасибо, Гречин. Нет, за что. А теперь, Кэйл, слушай, ответь мне. Что ты здесь делаешь и что здесь вообще происходит? А, знаешь, у меня такой же вопрос. Ну, так я же рассказывал, что у нас собрание гениев. В песке? Ну, вообще-то это секретная база. Получается, уже не секретная. Блин, ну, получается, да. Ну, ладно, потом новую сделаем. Ну, ты-то тут чего забыл? Да топить с Яшкой меня хотели продать какому-то магнату местному. Что? Да я им покажу сегодня. Слушай, да я уже сделал так, что они трижды будут думать о своих поступках. Ух ты ж, ядрен батон, а ты я уж хотел их испепелить. Гречин, нам лучше бежать! Гречин, бежим!